Всем здравствуйте! Я всех приветствую вас на своем канале Юлия Иванова. Не прошло и недели, я опять вернулась к своим орхидеям, которые начали выпускать цветоносы. 5 дней назад вот эта орхидея, я заметила, цветонос выпускает. Вот он, видите? И вот эта орхидея. Можете посмотреть, 5 дней назад было видео, насколько они подросли, даже видно. Мы полили с вами чесночной водой. И что вы думаете? Вот эта моя красавица, видите, выпускает цветонос тоже. Вот уже прям видно, что это цветонос. И причем она прорвала посередине листок. Вот. И выпускает цветонос. Как я и думала, вот здесь, наверное, все, оно отсыхает уже потихонечку. Можно уже не надеяться совсем, что здесь что-то будет. И Амадеус мой. Смотрите. Сейчас я увеличу. Вон он, цветоносик. Хорошенький такой. Вот за 5 дней он выскочил прям, выскочил натурально. Его вообще не было. Вот что значит вовремя я полила чесночной водой. Но я надеялась, что и эта моя красотка все-таки покажет цветонос. Но пока сидит. Сидит красотка, не дает мне цветоноса. Вредина такая. Быстренько зацветай давай. Сидит, посиживает. Ну, это еще маленькая. Она хоть не совсем маленькая по возрасту, ей уже 2, наверное, почти года. Но это не стандарт, а мультифлора. Но пока что-то не дает цветоноса. Маловато она еще для него. У этой детки тоже пока нет цветоноса. Тоже рановато, наверное, 2 лет ей еще нету. Ну, вот так вот. Смотрите, сколько градусов. На солнышке нагрелось. Первый такой жаркий день у нас за последнее время. Шли дожди, было пасмурно. Кстати, там градусов там всего, наверное, ну, 5-7, не больше. С утра было 1 или 3 градуса. Прям холодновато. Я вам еще хотела кое-что показать. Сейчас покажу. Дурман мой сдурел. Решил осенью зацвести. Коробочку только скинул, старую, с семенами. Вот такой. И решил еще зацвести. Вот распустится, еще покажу. Вон какой. Начало-то я засняла, а вот продолжение-то не получилось вам показать. Смотрите, все. Я утром собиралась на работу, сняла вам, как он начинает зацветать. И ночевать осталось у дочери в тот день. Это через день получается. Все, отцвел. Самостоятельный такой. Короче, надоело мне все это дело. Я буду его убирать. Но, честно говоря, вот это вот красота однодневная, и все. И причем он же эти ядовитый. Каждый раз вот его потрогав, приходится мыть руки. Я же не знаю, что может получиться. Так он мощный, вон, смотрите, что разросся-то внизу. Вон, видите, что у него. Но это все-таки дикое растение. Не нужно оно мне дома. И вот это вот чудо. Тоже я буду совсем ликвидировать. Вот совсем. Но не дают они фикусу расти. Он бедненький. Вот как я его пересадила, он нисколько не подрос, не развивался, ничего. Всех этих соседей, вон того тоже соседа, вон сидит. Плющ. Тоже буду убирать. Будем пересаживать и оставлять один фикус в этом горшке. Тут соседка принесла петрушки, говорит, у меня много, на вот тебе. Я, короче, ее оборвала, в морозилку сложила то, что мне надо было. Отрезала
корни, ну, она с дачи привезла. И поставила. Полностью вот это все было срезано. Смотрите, у меня петрушка начала расти дома уже. Надо посадить горшок, и пусть дома живет зимой. Эти мы с вами пересаживали. Вот самый маленький горшочек, вот он. Все прижились до одного. Те два горшка вообще шикарные. Кстати, вот отцвел тот цветок был, вот перед этим. Коробочку я фотографировала. Смотрите. Вот такой зверь. Зверь прям. Колючий-колючий. Был такой красивый, аккуратненький. А сейчас очень колючий. Но этот вне конкуренции. Вот такой вот кустяра. Здоровый. Плотный. Он прям, смотрите, вот горшок, если пошатаю, он как пружинка. Весь такой. И второй тоже, вот он. Ну вот я думаю, надо прищипнуть макушки. Чтоб цвет-то он мне дал. Ну, очень красивый. Мне он нравится сам по себе. Красавец. Смотрите, какой. Прелесть. Тут надо тоже уже разбираться. Осень наступает. Чистить надо все, разбирать. По новой пересаживать. Сеткреазия тоже. Смотрите, молодых побегов навыдавала. А вот это старье уже надо все убирать. Этот я тоже полностью срезала. Ну вот новый нарос. Вот сеткреазия всем мне нравится. Красивая, необычная, фиолетовая такая. Ну знаете, что не нравится? Вот эти пыльные листья. Они не... Его мыть, помоешь, он становится такой, ну, некрасивый. Ворсинки все куда-то эти сморщиваются. Мыть его как вроде как и не очень нужно ему. А не мыть вот такой он. Как пылесос, все на себя собирает. Вот здесь, мне кажется, он цвести собрался. Вот обычно, когда выдает вот такой вот зелененький, прямо с мелкими на конце двумя листочками, это будет цвет. Да, вон он, цвет видно. Но он вытянется весь-весь прям из-за этого цвета, вот эта вот штучка. Сам цветочек, конечно, приятный, красивый, но мелкий такой. Короче, все надо пересаживать, все переделывать опять. Но вот этому-то надо все прям изолировать его от всех. Он, бедный, на меня обиделся. Скажет, целый год мучаюсь с этими соседями. Вот такие вот новости у меня на сегодня. Погода шикарная. Прям шепчет. Всем пока-пока. Надолго прощаться не будем. Подписывайтесь, оставайтесь со мной.